Накануне на одной из теплотрасс случилось повреждение. Температура в квартирах стала падать у нескольких сотен граждан. Власти Змеиногорска подготовили для людей 3 пункта временного размещения. Один из санаториев, районный дом культуры и центр спортивной подготовки. В то же время коммунальщики стали переключать дома со старой сети на новую, чтобы окончательно не разморозить квартиры. Силы и средства, и материалы пока в достаточном количестве. То есть мы подтянули отсюда дополнительные бригады Шипунова, Солейска, Третьяковского района. Сейчас порядка 30 человек. Дома распределены, по домам работают бригады, которые производят переврезки. Во второй половине дня порывы на теплосетях контура 4-й котельной еще устраняли, но подачу тепла возобновили. Постепенно температура в квартирах стала повышаться. Между тем следователи возбудили уголовное дело против змеиногорских чиновников. Ненадлежащим образом проведены мероприятия по организации диагностики, текущего и капитального ремонта оборудования, которое используется для подачи тепловой энергии потребителям, жителям города Змеиногорска. Кроме того, должностными лицами муниципального предприятия ЖКХ Змеиногорского района не обеспечена бесперебойная подача тепла населению и организациям города. В ходе следствия правоохранителям предстоит установить все обстоятельства случившегося. Елена Кузовкина, Ирина Харитон. Наши новости.